Дисклеймер. Привет, Рит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить Лего Star Wars Complex Saga. Так, мы остановились на втором вроде бы этапе, правильно? На атаке клонов. Так, первый мы прошли, второй мы, по-моему, шестой сейчас будем проходить, да? Да, это закрыто, значит, у нас шестой сейчас по счету. Граф Дуку? Ух ты, что за граф Дуку? Сука, я ненавижу тут клавиши. Тут продолжить клавиша пробел. А иногда буква Ё, а иногда Enter, а иногда Е английская, И английская, сука. Судя эпизод 2 атака клонов, глава 6, граф Дуку. Пока армия клонов сражается с чепенцами-дроидами, лидер сепаратистов граф Дуку летит к своему секретному убежищу. Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер следуют за ним, готовясь к последнему сражению с лордом ситхов. Ух ты. Лорд ситхов. Ух ты. О, может, нам за Йоду сейчас дадут поиграть? Ну и все, не дадут больше. Серьезно, не дадут за... А, вот этот чувак? Серьезно? Это, блядь, вообще кто? Он вообще важный персонаж в истории, нет? Что-то я вообще его не помню, ни в мемах, ни в чем. Это зай. Отлично. Собираем еще монетки, ну еще по-быстрому чуть-чуть монетки соберем, чтобы потом не заморачиваться с этим. Как его? В открытом мире, короче, когда будем проходить. Бьем. О, здоровье не забирают, отлично. Быстро-быстро-быстро собираем. Хорошо. Ну да, все, до истинного джедая с этим чуть-чуть осталось уже, считай, почти две монетки собрали. О, нет, серебряные. Но это ж не клавиши, правильно? Серебряный, короче, конструкция. А как вы сквозь стену идете, слышите? Ну, серебряную я не могу сломать, правильно? Да, я не могу сломать. Для этого нужен какой-то специальный персонаж. Собираем. Понятно, все собрали. Давай-ка сюда заходим. Это ты, наверное, прыгаешь, да? А, вот так? Ну, нормально, меня устраивает. Так, собираем сначала так. Подожди. Мне не нравится, когда он делает сальто назад. Сальто назад нельзя сделать двойным. Все, я встал. Шел нахер отсюда. Не понял, а как я тогда должен туда запрыгнуть? Ну для этого, видимо, нужен с длинной шеей, да, который... Фу, с длинным языком, который прыгает высоко. Ладно, тогда, не знаю, попробуем с этой стороны. Давай, я запрыгиваю, ты включай. Понятно. Как дурачок себя ведешь просто. Рядом прыгаешь и все. Давай быстрей. Монетки. О! Слушай, тут истинного джедая очень легко собирать. Главное не тормозить. Так, ты давай подставу мне не делай. Вот тут такой, например. А, ты назад обрыв. Его не проедешь, смотри-ка. Нет. Нет, ты не спуска... А, все. Значит, спускаться можно. Ну ладно, значит, когда активировали в целом, дальше незачем за ними стоять. А вот до того бочонка я опять не допрыгну, потому что мне нужен чувак этот с длинной шеей. Так, ну допустим. А, помнишь, там, где мы бились на... Как-то... В Колизей, короче, когда бились, я два рычага потянул, но мне не открылась бочка, скорее всего. Это нужно... Двумя вот так вот персонажами уже в открытом мире. Серьезно, он настолько легкий. Тут, кстати, уровня сложности, по-моему, нет. Тут одна сложность дается и все. В целом, это, я думаю, Лего внешний вид не просто так делали. Это, скорее всего, детская какая-нибудь игра. Ну да, Лего, наверное, чтобы привлечь детскую аудиторию. Давай-ка тут соберем. Это мы сделать не можем. Слышишь, ты не бросай все в нас, я хочу пособирать. Не для джедая. Блин, здесь надо выстрелами делать. Где он? Только что он тут прыгал. Кузнечик недоделанный. Ну ты сам виноват. Он просто припрыгал, пизды, и получил и ушел. Так, а вот это мы сломать тоже. Слышишь? А сейчас он меня просто ударил. Он мне сейчас монетки разбросает. Давай. А что, ты не ждал? Ах ты, сука, успел уйти. О, мы вот этой штукой можем управлять. О, быстрее. Да почему так далеко закинули, а? Че, издеваетесь?
Господи, ну давай, ну давай, кидай в меня, что ты там хотел. Заколебал. На, доволен. А, нельзя, да? Господи, ты прям серьезно хочешь поиграть? А почему у него здоровье не уменьшается? Как три было, так и осталось. Ну, точнее, как три до этого забрал, так три до этого и осталось. Тьфу, блядь, в пизду. Думаю, ты понял. Если ты наблюдаешь за игрой, то ты прекрасно все понял. Оба-на. Ну а чё ты мечом просто не добил его? А? Без руки... О, Йода! Наконец-то! Все-таки дадут поиграть. М, прикольно, Ой, блядь. Подожди-ка, как ты... О, ты еще и двигаешься великолепно. Не только дерешься, а еще... Да. А ты прыгаешь насколько высоко? Честно говоря, не особо-то. Может, ты, кстати, можешь ломать эти серебряные блоки? Не, нихера. Он может ломать только мою психику. Да ты заколебал, слушай. Господи, опять? Серьезно? Тебе мало? Господи, как он отвратит... Он меня током бьет, прикинь. И чё? А, все, понял. Так, давай-ка опять рядом будем стоять. О, как ты... Сука, он без меча вообще долго ходит. Отвратительно просто. Невероятно. А, ты серьезно? Нет, пожалуйста, только подойди ко мне быстрее, чтобы я мог поменяться. Ага, отлично. Да почему я в прыжке удар не засчитывает у меня? Вот так вот, короче, пиздим, пока он не сдохнет. Вообще отпадно, смотри. Но у него здоровье не забирается. Какого хрена вообще? Этот просто сидит, наблюдает. Ну на, я тебя просто вот так и буду спамить и все. Господи, тоже мне сложные боссы. А второй что делает? То есть Йода его, допустим, защищает. Тот лежит такой, ой-ой, я весь больной. А тот почему не помогает вообще никак? Вот этот вот с длинными волосами. Ну что, все? За 7 минут? Даже чуть быстрее. О, открылся, прикольно. Все. Подожди, а истинного джедая не собрал, да? Сейчас надо будет проверить, потому что я, по-моему, не собрал его. Завершить сюжет. А, сейчас видео еще какая-то касцена должна быть, правильно? Потому что мы сюжет завершили. Всей главы. А, может, дополнительная та седьмая миссия, это пройти все 6 одновременно, ну, все 6 вместе. Вряд ли там что-то новенькое добавится, согласись. Вот императора вот этого я хотя бы знаю. А вот этот вот, кто это вообще? Трудовик какой-то реально. Ну это мы завершили... Типа, если бы играли сначала первую, а потом вторую часть, это бы... Нет, мы первую бы не завершили, потому что там еще третью главу. В первой 3 главы и во второй 3 главы. Тогда что за приколы? Не понял. А, нахер с ним. Так, вот теперь неизвестная... Да, открылась. Но почему час? Слушай, мы на одну по 20... Ну да, в целом, да. Примерно час и уйдет. Хорош. Кстати, я не посмотрел истинного джедая. Получила, в целом, неважно. Я же все равно потом буду проходить еще раз, правильно? Тогда и узнаем. О, а вот это я прям предчувствую. Это будет с Дарт Вейдером, я прям уверен. Вот это вот лава видел? Лава это когда он появился. Так, эпизод 3. Месть ситхов. Так, глава 1. Сражение за Корусант. Республика разваливается под ударами сепаратистов, которыми командуют граф Дуку и генерал Гривус. В завершении атаки силы сепаратистов прорвались на Корусант и похитили верховного советника Палпатина. Палпатина. В то время как армия дроидов готовится к бегству с Корусанта, вместе со своим заложником Оби-Ван Кеноби и Энакином Скайуокером предприняли отчаянную попытку спасения канцлера Палпатина, блять, главы Галактического Сената. Палпатина, почему нельзя было просто, ну, попроще имена взять, типа Олег, Виталя, не знаю, Маша. Придумают кирекимирекирепиких, блять, опять вместе с самолетиками. А, вот этот вот чувак, видишь, он уже выглядит как мудак. Значит, он будет Дарт Вейдером.
Да, миссия на самолетиках. Я хрен знает, что я делаю. Вот опять в таких миссиях ты не контролируешь вообще, что ты делаешь. Ну ты типа просто летишь и все. Ну окей. А вот, ну вот внизу, но я не могу. Блять, тут низ это верх, а верх это низ, прикинь. А я даже сразу не сообразил. Зашибись. Ага, вот, вот теперь нормально, видишь? Теперь, когда я знаю управление... Даже не пишут, слушай, про управление. Негодяи. А как я попадаю вообще? Как я попадаю, не спрашиваю, я этого не знаю. Я просто влево-вправо управляю. Короче, в самолетиках этих управление полное рандом для меня. Будет обидно, если я этих бочонков сейчас соберу 9 из 10, потому что первый я просрал из-за того, что не знал, как управлять. Но я вижу, куда мы уже летим. Вон, видишь, куда я сейчас... Вот куда я сейчас стреляю, вот там красные штучки. Собрал, отлично. Блять, вот опять. Потому что я путаю, верх это низ, и низ это верх здесь. Наоборот. Инверсия это мне не нравится. А там справа еще какая-то красная штука светилась, которую можно, видимо, было собрать. А как здесь истинного джедая вообще получить? Я вообще не вижу цели, по которым ты должен попадать, чтобы получить монетки. Ну, типа, куда-то идти или что? Тоже какой-то элемент рандома. Есть, уже 5-й. Давай. Нет, не вижу. Ага, вижу. Кнопочки, ну. Попал в первую, вторую. Ну вот, опять монетки дали. Видимо, за какие-то сюжетные действия мне дают их. Хотя обиднее, чем сейчас собрать 9 из 10, не собрать 9 из 10, потому что тогда ты где-то пропустил, получается, правильно? А, вот за сбитые эти самолеты дают. Получается, где-то пропустил, а где, я уже даже не знаю. Как тебя, блядь, попасть еще? Наконец-то. Наконец. О! Отлично. 7 из 10. Еще, по идее, 2 должен собрать, а одно я уже упустил. Да, ну в такой суматохе я в целом, да, могу где-нибудь упустить. О, вот красный кирпичик. Я его еще вдалеке заметил. Я про него говорил. Там что-то красное летало. Так, ага, вот вижу еще. Попал. И где-то еще один, и отлично. Тогда я считаю, ну почти идеально. Прошу, ну почти. Ну идеально тут, скажем так, невозможно с первого раза пройти, правильно? Ну можно было бы, если бы я ожидал, что вот такая вот подлянка будет. Давай, сильный джедай, ну. О, вижу, блять, все-таки 9 из 10. Прикинь, я мог с первого раза пройти идеально это. И не перепроходить с открытым миром. Обидно. Что поделать? Мне вот интересно, а на открытом мире, когда я буду проходить, эти бочонки заново надо будет собирать? Или типа там пометиться? Это ты уже собрал, и тебе его собирать не надо? Или пометиться по типу просто исчезнет и не будет появляться? Это было бы лучше, кстати. Чтоб просто не появлялся второй раз. О, еще истинного джедая получил. Блять, ну обидно просто. Я все идеально прошу. Первый бочонок просрал. Ну смотри. То, что прошел, дали золотой кирпичик. Потом, смотри, умная бомба какой-то открыл. Хер его знает, что это. Это, наверное, умение или что-то типа того. Это обидно. И одного всего лишь не хватило. Здорово. Чё, в натуре я прошел просто идеальнейший. Кстати, эта миссия тоже очень короткая получилась. Я прошел просто идеально, но один бочонок упустил. Мне поэтому нужно будет открытый мир перепроходить. Серьезно? Блять. А, я еще синий какой-то бочонок не собрал. А я не знаю, где его собирать. Я, по-моему, ни разу его я даже не видел, как он выглядит. Может, он там как-то замаскирован не как белый, а как-то дополнительно, не знаю. Или синий бочонок могут давать за то, что ты собрал все белые бочонки. Об этом подумай еще. Эпизод 3, Мисс Ситхов, глава 2, канцлер в опасности. А высоко на орбите планеты, к
Корусант и идет смертельная битва между войсками сепаратистов и армией Республики. На флагманском корабле сепаратистов содержится в плену канцлер Палатин, с трудом посадивший свои старфейтеры. В ангаре вражеского корабля Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер окружены врагами со всех сторон. Сейчас, кстати, продолжить не на Йо, а на Таб получилось. Да, этот получается чувак, сейчас вот это вот. Энакин Скайуокер, джедай, да, которому руку отрубили, получается, в предыдущей части мы видели. У него теперь протез. И он станет Дарт Вейдером, получается. Обидно. Наверное, поэтому и станет злодеем, потому что его постоянно калечат. Сначала руку, потом еще раз руку. Потом еще и по частям порубят. Есть. Синий есть. Слушай, а тут довольно-таки сложно собирается истинный джай. Прям невероятно сложно. У меня уже 2900 монет, а я даже 10% не получил. Да, это же по 10% считается. Да, это по 10% считается. Открываем. Хорошо, быстренько. Так. Есть еще с этой стороны что-нибудь? Они же могут просто назад куда-нибудь спрятать и все. Фиг найдешь. Это что, враг? О, это ж чувак с четырьмя руками. Прикольно. Да. Вали. Ну и ясен пень, что он будет от нас бегать сейчас. Все, наверное, 6 уровней. Даже, наверное, вряд ли 6. Он будет, короче, от нас постоянно бегать. И только, ну... Наверное, может в следующей даже главе, но я думаю, скорее через 3 главы, вот тогда мы сможем его догнать. Как много монет падают, но они слишком мелким номиналом и слишком далеко друг от друга падают, чтобы их все собирать. Так, назад, ага. И теперь с этой стороны. Ну куда ты так далеко? Один, смотри, вообще выкинул за комнату, а другой с этой стороны оставил. Не, подожди, нам надо сначала синюю. За это, я думаю, тоже дадут белый бочонок. Да я не это хотел. Ага. Собирай. Ну это вообще ни о чем дали. Слушай, просто подачку какую-то, остатки мелочи, что было, то и кинули. Но это что такое вообще? Две монетки ты гонишь. Вообще. Ну а зачем я опускаю эти синие? Может, чтобы ворота в целом открыть? Не, смотри. Во. Ну хотя бы 1000 монет дали. Спасибо и на том. Убираем. О. А если я соберу 10 тысяч, получается, это 20% будет для истинного джедая. Значит, тут в целом за весь уровень мне надо сколько? 50 тысяч собрать? Да хера. 50 тысяч за один уровень. Выгоните. Так, смотри-ка, ну. Да. Да, так и есть. Подожди-ка. Нет, даже больше 50 тысяч. 1060-70 надо будет. Подожди, дай, подойди. Ах ты, сука. Я столько эти монеты собирал. Я вот так хотел сделать. Нет, ну не исчезайте. Ну, ёбаный рот. И вот каждая монетка сейчас важна, чтобы все собрать. Ага. Давай-ка сначала это попробуем. Потом этот. О, сразу синий. Вот так бы сразу, слушай. Уже 12 тысяч есть. Смотри, мы третью еще даже не начали. Подожди, а почему вот эти вот синие не давали монет, например, по ту сторону дверей? Что за бред? Да, вот начало собираться после 12 тысяч. Возможно, даже после 13. И чем нам просто спрыгнуть? Да. А, фу, это лифт. Вот как я должен спиной догадаться, сколько там врагов? Я их даже не вижу. Давай. Ну, Half-Life хотя бы мои союзники помогают, хотя бы когда стреляют, урон наносят. Эти ж просто, блядь, стоит, что там мечом махает, ноль урона просто. Так это, ну, опять R2-D2, естественно, у меня его сейчас нет. О-о-о. Нет, это нормально. Сойдет. Ну, куда ты вверх камеру поднимаешь, а? Кстати, сейчас синие рычаги я дергал, а мне за них ничего не дали. Странно. Вот так. Давай еще. Здорово. Молодец. Вот главное понты были... Было сделать, блядь, со своим сальтом назад. И не допрыгнуть.
Давай, давай, давай. Добрался. Там еще, по-моему, один был. Не? Ну и отлично. Так, это вообще что? А, туда, наверное, идти надо будет, да? Подожди, а с правой тоже был такой же. А в какой из этих сюжетная? А какая нет? Какая просто, чтобы собрать какой-то бонус. Так, ну сюда идти нет смысла, потому что мы просто упадем вниз, правильно? Так, или это один проход, да? Да, это один проход, в целом, неважно, какой бы ты пошел. Двигайся, давай, по чуть-чуть. Так, давай, короче, вот так вот будем двигаться сразу, все. Сразу будем бить нахер вот это вот стоять, с мечом пытаться отбить, когда все равно эти лучи нихера не отбиваются. Нормально, по крайней мере, все. Да хорош. Приколисты, что ли? Давай, давай, так. Блин, плохо, что я, конечно, могу супер удар в прыжке сделать, но... О! А ты мне там нужен. Иди сюда. Плохо, что я могу сделать удар в прыжке, но не могу увидеть, куда конкретно я бью. О, отлично. Только первое. Охереть. У меня уже 24 тысячи монет. Да, это почти 25. Это половина от 50, но там не половина. Ждает. Да. Получается так. Дайте пройти. Получается где-то 1060, 65, даже, может, 70 максимум. Чтобы открыть. Ох ты! А, это за что? Все, дай-ка, дай-ка, быстренько. Только, пожалуйста, не упади, Р2-шка. Давай, давай. Что, там мы не были, прикольно. Почему это? Так, ты мне по-любому тут нужен. Я же говорил, сюда можно пойти. Я там увидел дорожку, но, видимо, забыл про нее. О, вообще кайф. Вообще отпад. Слушай, не зря сюда сходили. Хотя белого бочонка мы не нашли. А если я сделаю вот так? Запрыгнуть на эту штуку. Нет, там потолок уже. Так. Да, блядь, зайди ты. С той стороны нет никакой лестницы. Нет, там никакого прохода нет, поэтому берем R2-D2, спрыгиваем. И где-то здесь была дверь, которую можно R2 открыть. Вот она, нашел. Это, наверное, даже не дверь, это лифт такой, да? Сейчас активируется. Да, блядь, я не то жал, да? Во. Невероятно разочарован. Ты не представляешь, насколько. Ладно, погнали. Так, дайте пройти вообще. Погнали тогда, откроем какую-нибудь следующую дверь. Вот здесь нам нужен был желтый робот, я это уже успел увидеть. Наверное, в этой двери будет желтый робот, я надеюсь, что нет. И за желтой дверью еще что-то. Нет, фух. Значит, это в открытом режиме надо, но хотя бы мы не будем с этим тормозом возиться сейчас. Отлично. Сейчас взорвется. Взорвалось. Не, подожди, подожди, подожди. Там сзади монетки были. Почему вы мне не даете их собрать? Дай, дай, дай. Но это не то. Я из тени... Вот как я вот здесь должен увидеть, что я там делаю? Господи. Может, как-то можно... Вот, вот это вот что называется? Вот как это называется? Меня просто пизданули, когда я вышел. Зашибись. Я 2000 потратил. Просто из-за того, что я вышел в неудачное время. И еще минус пару тысяч. Я же 34 тысячи, правильно. Плюс одна, минус одна. Какая разница кому? Падла. Аккуратно, аккуратно. О! Отлично. Еще несколько таких, и я смогу вернуться к тому этапу, с чего начинал. Так, а если вот так? Ну и ладно. То бы сейчас сломалось, я вообще вниз упал. Опа, там синяя монета. Ну, конечно, ее можно только длинным прыжком добрать. Достать. Ага. Мы сюда идти должны, нет? Фиг его знает. Ну, по-любому сюда теперь идти. Хорошо, это мы еще сейчас соберем. Здесь должен какой-нибудь мелкий залезть. Я помню, когда мы забрали с корабля, это мелкий Энакин вроде еще тогда был, да? Нет, 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 нет. Нет. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, ё-моё.
Чё за прикол? Почему так долго сносится? Тут еще в зависимости от джедая урон, что ли, зависит? Нет? Ну, потому что, ну, ты видел? Некоторые просто с 3 ударов выносят. Здесь понадобилось 6. Это странно. А это что за мужик-чешуя? Опять ты? Слушай, а ты бы к нему не лез, он тебе уже руку один раз отрубил. Так, нет. Ага. А, я понял. Опять та же самая схема. Вот пока он вверху, пожалуй, нужно будет... Нет-нет-нет, сердечки. Быстрее. Так, давай-ка соберем монеток, пока он там вверху, потому что иначе истинного джедая так и не получу. Хотя в целом тут странно, слушай, мы его сейчас выиграем, и скорее всего завершится глава. А мы так и не получили истинного джедая, хотя я почти монет не тратил. Ну, не считая тогда, когда упал, и почти все монеты потратил. Еще раз. Тут не было синий, даже фиолетовый не было. Много чего не соберу. Ой, это наш. Его, наверное, не надо трогать. Почему мы его, кстати, не можем спасти сейчас, пока тот стоит, тормозит? Да дайте пройти, ё-моё. О, тут синяя монетка есть. Отлично. Это все равно меня ситуацию не спасает вообще. Да-да-да-да. Так, а почему я вообще тобой играю? Я хочу тобой сыграть. Хорошо, мне просто больше нравится, как выглядит. Так, да ты заколебешь. Так, давайте я тоже, чтоб не выпендривался вот так вот. Там синие монеты еще есть. Да, ё-моё. Хорошо, обратно. О, кстати. Отлично. То смотри, как спрятали от меня монетки. Ну смотри, 50 тысяч я набрал, и до сих пор истинного нет. Скорее всего, даже 60-65, даже, может, даже 70, охереть просто. Нет-нет-нет, я этот прикол помню. Так, хорошо, пускай он там будет. А мы сейчас сходим с этой стороны, посмотрим, можно тут допрыгнуть? Да, смотри-ка. Блять! Ну ты можешь сделать двойной прыжок, почему ты тогда его не сделал? Давай-ка вернемся сейчас, еще раз попробуем. Сука, издевается, что ли? Так, иди сюда, я тебя возьму, ты поадекватнее что-то будешь. Тут вообще придурочно, блин. Да, это, смотри, делает двойной, но не допрыгивает. Еще разочек. Да, наконец-то. Этим этот допрыгивает хотя бы. Да ё-моё, 55 тысяч есть, я до сих пор не накопил. То есть, мне надо тут буквально идеально, что ли, пройти, чтобы накопить истинного джедая. Давай, прыжок. Оба-на. Еще разок. Подожди, от нас же убегал 4 руки. Почему мы с этим сражаемся? О, молодец. Отомстил. Убили. О, не конец. Наконец-то. Отлично. Пока мы еще не закончили, значит. Можно еще монетки собрать. А, я вон вижу синюю бочку. Она нам не была доступна. Так, а мы снизу, значит, пришли, да? Теперь нам надо вверх идти. Ладно, давай-ка. Вот теперь, я надеюсь, мне хватит. Давай. Но тут синих монет нет. Херня, все, они мне особо погоды не сделают. Так, здесь нужен желтый робот, его у нас нет. Я уже видел, что там бочонок, он светился. Так, нам, скорее всего, туда надо по сюжету, значит, мы идем сюда. А, ну тут тоже желтый робот, зашибись. Ты же не хочешь сказать, что сейчас 4 руки. Ох, пиздец. О, ну все, жопа. Это как в ледниковом периоде такая херня была. Почему вы серебряные монеты? Фу. Синие монеты прячете. О, я видел, там красный кирпичик был. Так, блядь. Я постоянно бегу не в ту сторону. Вот, может так хотя бы. Но я там пропустил много монет. Я там очень много монет пропустил синих. Потому что обманули. На жадности сыграли. Могу я назад? О, могу назад отыграть, отлично. Можно? Правда?
Отлично, слушай. Хитрость. Зашибись, теперь я точно соберу истинного, и мне не придется в следующий раз собирать опять все монеты. Пробежаться так, собрать бочонки, остальное. Во, отлично. Но на всякий случай еще соберем синих, именно потому что нам покупать, помнишь, еще сколько персонажей. За золотыми я не буду бежать, вообще ни о чем. Покупать персонажей нам еще придется. И стоит они, кстати, очень дорого. И нам открылось одновременно очень-очень-очень много персонажей, что, кстати, странно. Слушай, да и миссия что-то очень долго идет. Предыдущая была 8 минут, потом сколько, 7 минут. И это уже около 20 идет. Ну, 15, ладно. Чуть напиздел. Давай так. Так, а зачем я это кручу вообще? А, монетки, серьезно. А в целом они мне не особо уже и нужны. Включаем этот рычачок, я не знаю зачем. А, одновременно с ним. О, прикольно. Мне, кстати, нравится, что здесь в целом можно одновременно двумя играть. Ну, ты что-то делаешь, а бот тебе помогает. Вот это игра, в которой бот реально тебе помогает. Не всегда, конечно, иногда тоже мешает, но хотя бы так. О, там... Ух ты! А если бы я не заметил, что там синяя монетка. Вот, например... Ну, да. Видимо, в каких-то таких местах... Опа! А я вижу там белое, как? Да забрать ее? А я вижу там бочонок, как нам его забрать? Взорваться должен, да. Отлично. Три уже есть. Хорошо. Но это все секретики нужно знать, пасхалочки, чтобы все собрать. Хорош летать, газ потратить. Да, блядь, почему я всеми могу и выбрать, кроме его? Сберем... А, обратно Дарт Вейдера нашего будущего. Да. Серьезно, мы будем прям в этом же уровне одного босса победили. Сейчас еще и четырехрукого. А вот эти выглядят прям по-ублюдски. Почему главные боссы всегда убегают? А, нет, все-таки не будем в этой главе с ними убиться. Глава? Уровень? Не знаю, как правильно. Ух ты, нихера себе. А что так быстро бьется? Еще без головы можешь драться. Не-не-не, ты мои монетки не трогай. А ты, сука, минус 1000 из-за тебя. Ой, нет. Да прыгай ты, ё-моё. Так, 2, 3, 4. 5 ударов надо, херасе. А чё не миллион сразу? О! Отлично, значит, сейчас я могу не забегать в целом никуда, вот так просто пробежаться быстренько. Не заходить в каждый уголок, само все примагнится. Оба-на. Так, сломал быстренько, давай. Так. А, это мы одновременно должны? Нет, тогда подожди, сначала осмотримся. Что, мало ли тут опять какая-то хрень будет. Бочонок, например, или еще что-нибудь. Потому что рычаги, я так понимаю, это чтобы остановить самолет или типа того. Так, хорошо, собрали, собрали. Нет, смотри. А, я же сказал, бочонок. Я же сказал, они везде их прячут. Ну все, теперь дергаем рычаги и погнали. Завершим уровень, получается. А как мы выберемся? А, мы наоборот делаем, чтобы не упали. Опоздали. Отлично. Так, хорошо. Оби-Ван Кеноби, 3-го эпизода. Энкид Скайуокер. А того... Да, дали. Вот это, что за канцлер? Рыбья рожа. Так, хорошо, набор мы, понятное дело, не соберем сразу весь. Мосаисли, сейчас купим персонажей всех, на что нам хватит монеток, и все. Канцлер, я так понимаю, чисто для коллекции, он вообще бесполезно, он не драться не может, вообще ничего. Даже вряд ли бегать сможет. Да уйди ты. Это крылья...
Открыли окно, теперь какие-то мухи поналетали. Так, покупаем, покупаем, покупаем. Все. Как тебя? О, опа, Джанго Фетт, отлично. А это что за хрен? А это кто? Ну, это, допустим, мы видели хотя бы. Все, не хватает, хорошо. Да, тут персонажей еще много. Вот поэтому и хорошо, что первую и вторую часть игры объединили. О, тут еще и самолеты можно будет покупать. Ошибись. В целом не так много. Сколько мы уже? 19% прошли. А это почти четверть. А четверть это почти половина. А половина это почти вся игра. Так что осталось совсем чуть-чуть. На этом все. Все ссылки в описании. Напиши любой комментарий. Поставь лайк, чтобы видео продвинулось. Также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все. Скоро увидимся.